Что вам нравится больше, дарить или получать подарки? А может, сам процесс покупки? Собираясь в торговый квартал, мы всякий раз надеемся заполучить именно то, о чем давно мечтают наши близкие и родные. Модная обновка, стильный аксессуар или долгожданная игрушка для будущего защитника Отечества. Подарок должен не только понравиться вашему мужчине, но также быть полезным и, желательно, неожиданным. А может, подойти к выбору с другой стороны и представить, как вы будете рядом смотреться, если он это наденет. Стильные рубашки, пуловеры, кардиганы, галстуки от новомодных до классических. Или что-нибудь более интимное. Удивлять так удивлять. Купите ему пижаму, выбирайте приятную ткань и его цветовую гамму. Старайтесь угодить любимому. Дополнить подарок может хорошая книга или журнал, который он будет читать в вашей пижаме. Если же вы решили преподнести печатное издание в качестве презента коллеге, неплохо для начала поинтересоваться его пристрастиями. Детектив, фантастика или историческая литература. Если попадете в точку, вы, несомненно, порадуете книгомана. Книжку можно подарить и сынишке, только учтите, в детстве такому подарку обрадуется разве что законченный ботаник. А вот за настоящую железную дорогу, машинку или долгожданный конструктор вас еще долго будет благодарить любой мальчишка. Выбрав подарок любимому коллеге и ребенку, считай, дело почти сделано, можно и отдохнуть. Не скупитесь, побалуйте себя пиццей, роллами или сладким десертом. Ну а если вы все еще полны решимости закончить с покупками побыстрее, свежевыжатый сок, чай или ароматный кофе в любом случае не помешают. Как всегда, самое трудное – выбрать подарок отцу или боссу. Если первый должен почувствовать всю вашу любовь, уважение и признательность, то при выборе презента к 23 февраля для второго нужно понимать – удивлять тут ни к чему. Все должно выглядеть скромно, но достойно. Не стоит забывать и о субординации. Тут на помощь приходит, как нельзя кстати, расположенная здесь же, в торговом квартале, магазин кожгалантереи и автомобильных принадлежностей. Натуральная кожа всегда в моде. Что выбрать – рабочий портфель, визитницу, кошелек, ремень или сумку – решать вам. И не забудьте о часах. Их, как туфель у женщин, много не бывает. К тому же взрослые часы могут стать долгожданным подарком вашему подрастающему защитнику Отечества. И не забывайте, любое занятие должно приносить удовольствие. Тем более такое хлопотное, как покупка подарков к 23 февраля. Провести время весело, приобрести все, исходя из заранее определенного бюджета, и присмотреть что-нибудь для себя, любимой. Ведь скоро женский праздник. А в торговом квартале еще много интересного.